прозванию Серега тратил редкий талант, данный будто на грех. Когда дрались в расходку и врагов было много, он один на один выходил против всех. А когда подросли гордые одиночки через злую жару и седую пургу, они вместе прошли все горячие точки, словно серая стая волков сквозь тайгу. Такого волчонка любила девчонка, хорошая девочка, Чупчик Аленка. Но однажды в горах молодые проспали, горцы тихо пришли и достали ножи, перебили весь взвод, а Серегу связали и в далекий аул, избивая, свели. И смеялся старик Вахабит над Серегой: вспоминай твою мать перед смертью святых, у тебя есть два выхода: сдохнуть дорогой и в кулачном бою завалить пятерых. У меня мамки нет, батьку тоже не вспомню, сирота и отец. Мне схлестнуться не грех, за Россию, старик, за счастливую долю. Он как в детстве поднялся один против всех. Из подельника рвется свинцовое тело, каково пацану умирать молодым. Но природный талант точно знал свое дело, он свалил их легко одного за другим. По тихому свею, по пыльным дорогам бежал из чеченского плена Серега. И верила стая, волчонок вернется, а Чупчик Аленка солдата дождется. А старик Вахабит только молвил угрюмо: кто мужчиной рожден, тот рожден побеждать. Горы — наша судьба. И добавил, подумав: будем насмерть, как этот мальчишка, стоять.